Я знаю, что когда Далай-Лама впервые приезжал в Швецию, он сказал: «Мне бы очень хотелось встретиться с вашими духовными лидерами». Все переглянулись и ответили: «У нас нет ни одного духовного лидера, у нас только политические лидеры». Является ли это необходимым для общества иметь духовного лидера? Необходимо ли каждому обществу иметь духовного лидера? Каждый лидер может стать духовным, выполняя дыхательные практики и медитацию? Да, с помощью медитации. Каждый лидер общества может с уважением относиться к жизни, придавать больше значения жизни. И также развивать такие качества, как сострадание, любовь и служение. Тогда мы увидим больше изменений.